Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Букинформ» в студии Кристина Лесник. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Открытое акционерное общество Беловежский Каменецкого района завершило уборку зерновых. В планах у брестских аграриев собрать урожай не ниже прошлогоднего с учетом кукурузы. Первый раз в первый класс. Чему необходимо научиться родителям до школы, отправляя ребенка в учебное заведение? Беда 21 века – ожирение. Что это такое и как с ним бороться? Штрих-код для донора. В Беларуси планируют ввести новую систему контроля и учета при заборе крови. Я в строители пойду, пусть меня научат. 11 августа Белорусский строительный комплекс отмечает профессиональный праздник. Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас, и не только о них. Беларусь в 2013 году получит более 9 миллионов тонн урожая зерновых с учетом кукурузы и полностью обеспечит себя фуражным зерном. Прошлогодний результат – 1,5 миллиона тонн, планируют вложить белорусский каравай и аграрии Брещины. В области уже намолочено порядка 900 тысяч тонн зерновых при средней урожайности более 33 центнеров с гектара. Аграрии рассчитывают завершить уборку зерновых культур в оптимальные сроки. Для этого есть необходимая техническая возможность. Значительно обновился парк комбайнов, решены вопросы по обеспечению топливом. Никаких сдерживающих факторов нет. Самый главный фактор – погодные условия. В этом году очень серьезное влияние на урожай оказала зима. Но труженики села не сдаются. В открытом акционерном обществе Беловежский Каменецкого района завершили уборку зерновых. Собрано 35 тысяч тонн зерна при урожайности 56,3 центнера с гектара. Председатель облсполкома Константин Сумар поздравил коллектив Беловежского с этим высоким достижением. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Букинформ». Продолжаем вещать о самом важном и интересном. Скоро сентябрь, пора, когда первоклашки впервые возьмут портфели с учебниками, наденут деловые костюмы и сядут за школьные парты. Момент волнительный не только для родителей, но и для самих ребят. Поэтому именно в августе нужно начинать готовить ребенка к школе. Режим дня, сон, здоровое питание играют здесь особую роль. Также важна психологическая готовность ребенка к новому месту учебы, к новой атмосфере, к новым требованиям. Как правильно это сделать, разбиралась Анастасия Ноздрин-Плотницкая. В этом году Максим идет в первый класс. Все необходимое у мальчика уже есть. Портфель, тетради, ручки, карандаши. Вместе с мамой он ответственно выбирает один из главных атрибутов мужского костюма – строгие туфли. Долго подбирая необходимую модель, первоклассник делает окончательный выбор. Эти в самый раз. Максим с нетерпением ждет занятий и уже готов идти учиться. В школу там учиться надо. А как учиться надо? Писать, читать. Ты уже собрался к школе? Да. А что ты купил в школу себе? Что ты с мамой ходила и выбирала? Портфель. Пластилин, карандаши, точилку, ножницы. Мама Максима давно готовит сына к школе, но не все родители так серьезно подходят к такому ответственному делу. Ведь уже меньше месяца осталось до начала занятий. И ребенку, который еще вчера беззаботно резвился на улице, сразу включиться в режим ответственной учебы очень сложно. Высидеть за партой 45 минут, писать, читать и считать – задача не из легких. В этот период могут начаться первые стрессы, вследствие которых будет формироваться негативное отношение к школе. Поэтому психологи рекомендуют заранее начать психологическую подготовку к учебе. Если вы не уверены, что ваш ребенок еще не дозрел, если ему еще, может быть, не хватает чуть-чуть для того, чтобы получить определенное развитие, если ему не исполнилось 7 лет, вы, пожалуйста, посоветуйтесь с психологами, педагогами, можно ли ребенку идти. Если нет, может быть, пусть останется еще годик, ребенок доиграет, разовьется, ребенок получит хорошую физическую такую форму. Уже с первых дней важно сопровождать ребенка по пути к знаниям. Родителю необходимо познакомиться с учителем и по возможности первое время постоянно отслеживать успехи своего чада. Немаловажно заниматься дома, подкреплять полученные навыки и умения. И даже если что-то не получается, ни в коем случае нельзя критиковать. Здесь особую роль играет психологическая поддержка. Просьба такая. Родители должны очень тесный контакт установить со школой, с учителем. И каждый день интересоваться,
И в учении с ребенком обязательно ему помогать, сотрудничать. И не давать никакие отрицательные оценки. Не обязательно негативные оценки не давать, только положите. Сегодня не получилось, завтра получится. Ты видишь, как хорошо ты постарался. Но эту буковку мы еще с тобой, или эту палочку мы постараемся написать лучше на следующий. То есть всячески ребенку помогать и доброжелательно относиться. Для детей костюм особо важен, ведь как ни крути, а по одежке встречают. Первоклассники – капризные покупатели. Юные модники усердно подбирают себе костюмы, ведь каждый хочет быть на высоте. Поэтому фирма по пошиву школьной одежды «Panda Kids» – отличное решение. Каждая модель коллекции свободно садится по фигуре и не стесняет движений. Она выполнена в универсальной и практичной цветовой гамме. Удобные джемперы, жилеты и пиджаки, классические брюки и юбки, изящные сарафаны самых разнообразных фасонов, которые удачно сочетают в себе деловой стиль и модный дизайн, высокое качество и доступные цены. Безусловно, дети, как и любой взрослый человек, они очень требовательны. Все детки остаются довольны нашей продукцией. В первую очередь хочу отметить, что в нашем магазине представлена одежка школьной формы для девочек и для мальчиков. Мы ориентированы на младшую школу, это 1-4 классы. Очень стильные вещи, приемлемый баланс цены и качества. Все детки уходят довольные и с шоколадками от фирмы «Панда». У родителей еще есть время хорошенько подготовиться к началу учебного года. Купить ранец и школьные принадлежности, к сожалению, не самое главное для будущего первоклассника. Ведь лучший способ сделать ребенка хорошим и прилежным учеником – это сделать его счастливым. К другим темам. Повышение уровня комфортности жизни, гастрономическое изобилие, отсутствие необходимости постоянной физической активности – факторы, облегчающие жизнь современному человеку. Но такой ритм и стиль приводит к серьезным проблемам со здоровьем, в основе которых лежит избыточная масса тела. О том, как бороться с лишними килограммами, почему порой в борьбе с лишним весом может помочь психолог – наш следующий материал. По данным всемирных сетей, примерно 55% белорусов страдают избыточным весом и ожирением. Критическая отметка, после которой можно сказать, что нация больна, уже пройдена. Причин, по которым появляется избыточная масса тела, существует множество. Некоторые связаны с уже имеющимися болезнями, которые провоцируют увеличение веса, но в последнее время все чаще проблемы с лишним весом появляются у изначально здоровых людей, которые не выполняют элементарные правила здорового образа жизни. Неправильное питание является причиной многих заболеваний, приводит к ожирению. Ожирение, к сожалению, характерно для всех стран, для всех слоев общества, для людей любого возраста и любого пола, к сожалению. Эксперты Всемирной организации здравоохранения вообще считают, что ожирение – это пандемия, которая охватила миллионы людей. По нашим данным, в Брестской области приблизительно 30% населения имеют повышенную массу тела, и примерно 10-12, ну иногда 15% населения страдают ожирением. И это, конечно, много. Особую тревогу ожирение вызывает из-за того, что оно сочетается с рядом таких очень значимых заболеваний, то есть сахарным диабетом второго типа, с артериальной гипертензией. Ожирение является причиной развития раковых опухолей некоторых локализаций. Ожирение приводит к нарушению холестеринового обмена и повышает риск развития инсультов, инфарктов, то есть сосудистых катастроф. Ожирение приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата и так далее, и так далее. Причина известна всем, конечно. Это чрезмерное питание и низкая двигательная активность. Порой не только малоподвижный образ жизни, неправильное и нерациональное питание являются причинами увеличения веса. Психологическая сторона проблемы давно рассматривается врачами как одна из основных, ведь порой человек пытается переключиться, заесть неприятности, не обращая внимания на то, что после таких антидепрессантов все может стать только хуже. Существует огромное множество психологических причин, приводящих к ожирению. Но среди них можно выделить стремление заесть эмоции. Заедаем мы, кстати, не только стресс, а заедаем мы и злобу, обиду, тоску. Это и стремление доставить себе радость, удовольствие. Это и нелюбовь к себе. Это и боязнь нового, боязнь себя новой, боязнь успеха. Есть даже так называемая психологическая выгода ожирения. В конце концов, мы едим по привычке, а не тогда, когда действительно голодны.
В общем, причин может быть масса. Главное – найти корень и убить проблему. Врачи, психологи и диетологи напоминают, что подобные проблемы легче предупреждаются, чем потом лечатся. Следить за своим весом может и должен каждый, кто стремится быть здоровым и бодрым как можно дольше. Но бросаться в крайности тоже не стоит, ведь порой люди с нормальным индексом массы тела и здоровыми показателями пытаются худеть, сидят на диетах, голодают и тем самым портят свое здоровье. Поэтому желающим сбросить лишние килограммы стоит в первую очередь обратиться за консультацией к специалистам и потом соблюдать все рекомендации по правильному питанию и физической активности. Спорт прежде всего, здоровый образ жизни, поменьше курения, спиртного, зарядка. Это занятость. Просто работать. Понимаете, работать и заниматься тем, что нужно, и соблюдать режим питания, конечно. Есть 4 основных приема пищи. Диета ограничивает себя в чем-то. Это серьезные вещи, сказывается и на сердечных и тому подобных заболеваниях. Человек ест, чтобы жить, а не живет, чтобы есть. Разумный подход к потребляемой пище, активная жизнь и наличие увлечений, помимо хорошего ужина и посиделок у телевизора, и большинство лишних килограммов могут уйти так же незаметно, как и пришли. А в более сложных ситуациях стоит не тянуть и обращаться за помощью к специалистам. С детства нас приучают к тому, что вот сейчас тебе сделают укольчик, будет больно, потерпи, а потом я куплю тебе шоколадку. Мы так и растем с этой установкой. Надо себя учиться радовать другими способами, доставлять себе удовольствие другими способами, нежели едой. И нужно учиться выражать свои негативные эмоции, а не закрывать их внутри себя в виде лишнего веса. Не получается самим — идти к специалистам, они помогут. Ну а главное — это вера в себя и любовь к себе. Анастасия Трухнова, Виктор Халявко, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Система штрих-кодирования донорской крови и ее компонентов от момента заготовки до реализации планирует ввести в Беларуси до конца 2013 года. Эта идея зародилась в городе над Бугом несколько лет назад и уже принесла определенные плоды, поэтому ее планируют ввести по всей стране. Для того, чтобы сдать кровь, донор проходит долгий путь обследования. Все этапы кроводачи сопровождаются личным номером. Медицинские работники контролируют соответствие номера на каждом этапе. Очень важно наладить четкий и правильный учет как самого донора, так и лиц, которым запрещено участвовать в процессе кроводачи. Медработникам приходится быть крайне внимательными и бдительными, ведь данная система работ не может исключать человеческий фактор, а значит, вероятность ошибиться все-таки присутствует. Но если речь идет о чьей-то жизни, ошибок быть не может. Во-первых, у нас налажена база данных о лицах, которым противопоказано донорство. Это больные и носители инфекционных болезней. Потом при каждом приходе донора обязательно проверяется его кровь на наличие инфекции, это гепатиты, сифилис и ВИЧ. Каждый раз в плане иммунологической безопасности тоже мы проверяем, чтобы не перепутать группу крови этого донора, резус-фактор. Определяется фенотип его крови тоже. Все это заносится в базу данных. Однако современная организация работ, связана с кровью, устарела. В каждом регионе страны база данных своя, единой же нет. А поскольку люди географически активны, то это автоматически лишает их возможности сдать кровь, окажись они в другом городе. Штрих-кодирование исключает этот факт, так как информация о доноре будет находиться в единой базе данных. Медики смогут узнать всю историю болезни донора вне зависимости от места его прописки и нахождения. К тому же номер кроводачи нигде в мире не сможет повториться в течение 100 лет. Но самое главное, появится возможность тщательно контролировать качество и безопасность компонентов донорской крови. Сейчас мы, опираясь на опыт наших врачей-трансфузиологов Брестской области, уже последние годы занимаемся внедрением в Бресте части этой системы. В дальнейшем, безусловно, у нас будет идентификация, как у нас будут проходить по цепочке, ведь это забор крови, правильно, это препараты, которые готовят из крови. В дальнейшем, безусловно, это переливание крови пациентам. И это будет, сами препараты будут носиться штрих-коды для их идентификации, внесения в единую базу данных. Это позволит улучшить качество медуслуг. Вот. Соответственно, эта работа должна вывести нас на уровень, нашу службу крови,
не ниже мирового западного уровня. Если данная пилотная система внедрения штрих-кодирования прочно вживется в Бресте, она уже имеет ряд положительных моментов, то это станет важным шагом в медицине нашей страны и позволит сохранить жизнь не одному человеку. И зимой стыло, и палящим летом у строителей горячая пора. Под дождем унылым и под ветром каждый день без выходных с утра. Плодотворный труд этих людей скрыть невозможно. Они строят жилье и магазины, обустраивают парки и скверы. Без них трудно представить современный город Брест. В эти выходные строители отмечают профессиональный праздник. Побывала на строительной передовой и наша съемочная группа. Один из главных строительных объектов города сегодня – железнодорожный вокзал. Ведь именно он в 2014 году будет встречать болельщиков, прибывших из Европы на чемпионат по хоккею. На обустройстве такого важного для региона здания трудятся строительные команды под руководством двух бригадиров, настоящих знатоков своего дела. Василий Кислюк и Юрий Кухарчук со своими бригадами ремонтируют разные части вокзала – центральную и пригородную. Но это не мешает двум профессионалам делать свою работу качественно и в срок. Это не просто хорошие бригадиры. Это прекрасные люди, которые не только хорошо работают, но и умеют активно отдыхать. Принимают активное участие в спортивной жизни нашего коллектива. Поэтому это настоящие работники и хорошие спортсмены. Василий Кислюк в строительной отрасли с 1991 года. За долгое время плодотворного труда вместе со своим коллективом подарил городу не один важный объект. Василий очень ответственный бригадир, поэтому сам контролирует всю выполняемую работу, помогает освоиться молодому поколению. Кроме того, Василий Кислюк – спортсмен и выступает на многочисленных соревнованиях, последний из которых – пятиборье и лыжи. Он очень гордится своей бригадой и считает, что именно она помогла ему стать настоящим знатоком своего дела. Поначалу как бы вынудили обстоятельства, но потом как бы понравилось вот это все дело. Вот. И с 91 года вот, начал свою как бы трудовую деятельность в строительстве, да. Ну и пошло, как говорится, создали хорошие бригады. Юрий Кухарчук трудится на центральном вокзале. Именно его бригада занимается благоустройством главного здания. К этой важной задаче бригадир подходит серьезно и с умом. Опыт помогает принимать необходимые решения. 7 лет понадобилось Юрию, чтобы занять эту должность. Он прошел все карьерные ступеньки, начиная с подсобного рабочего. Свою работу Юрий Кухарчук любит, но наибольшее удовольствие приносит результат. Работается мне очень хорошо, потому что, если честно, люблю я дело это, строить. Потому что в действительности, как бы, ты то, что своими руками создаешь, как бы ты это видишь каждый день. И, в принципе, видишь как бы ту красоту, которую реально создаешь. Два разных человека со своей судьбой. Каждый из них пришел в строительство своей дорогой. Но оба состоялись как в работе, так и в личной жизни. Сегодня они работают для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше и удобнее. Чтобы гости Берестия начинали любоваться таким славным городом уже с первых минут приезда. Ведь театр начинается с гардероба, а город – с вокзала. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». А я напоминаю, на канале Бук ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Смотрите новости на канале Бук ТВ, и вы будете в курсе событий, которые происходят в Брестском регионе. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Кристина Лесник, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире! Уже в воскресенье погода поменяется. Она будет определяться прохождением активного и контрастного атмосферного фронта, которое теснит жару на восток. А на смену ей придут ливни, грозы, шквалы и град. 11 августа жара покинет Брещину. Температура ночью составит плюс 16-18 градусов, днем не более 24. При этом на большей части территории региона пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром ожидаются сильные дожди. Синоптики ожидают шквалистое усиление ветра, кое-где град. В начале следующей недели погоду в республике будет определять область пониженного атмосферного давления и воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Местами на Брещине пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 14-16 градусов и 20-22 со знаком плюс днем.